Кристина поет на литовском, я на украинском. Но дело в том, что само понятие «любовь» – это международное понятие. И тут зритель понимает без слов. То есть мы еще даже с ней поспорили, какая любовь будет жарче, и украинская или литовская. Страсть на сцене. Так что у нас все получилось.